Сегодня у нас собрание джиперов. Я решил посмотреть, что они будут делать. У нас одно место есть такое под названием Яма на Попов хуторе. Здесь каждый желающий может проверить, насколько у него джип, насколько у него внедорожник. Ну вот видно, спереди внедорожники едут. Ну, я не внедорожник. Я как-нибудь проеду. Главное не увязнуть нигде, не опростоволоситься. Дорога ведет в сторону населенного пункта. Здесь такая сложненькая дорога. И часто здесь летом, в принципе, приезжают и устраивают здесь грязимес. Ну, сейчас посмотрим, что здесь будет. Как будет, куда будет, зачем будет. Тут уже вот началась хорошенькая дорога. Тут кому можно, они едут вот так, в объезд. Не в объезд, точнее, напрямую. А мы так не будем ехать, мы проедем по нормальной дороге, потому что у меня не внедорожник, у меня просто полноприводный универсал, чуть-чуть повышенной проходимости. Там вот собрались подготовленные чуваки на своих чудо-аппаратах. Тут важно, кстати, не скатиться с колеи и не уехать нафиг в целину. Еще неизвестно, как отсюда выбираться, но тут приоры, поэтому не страшно, да, и в любом случае помочь вытянуть тут смогут. Посмотрим, что тут, как тут, зачем тут. Сейчас, может быть, с кем-то да и познакомимся. Люди уже тут много понаехали, устроили тут себе уже такое хорошенькое место, так скажем. Вот. Ну что, тут уже все началось месиво. Очень многих машин я уже и так знаю по всем остальным видосам на ютубчике. Здесь нужно быть предельно осторожным. А то кто-нибудь на тебя как съедет. Мне здесь интересно посмотреть одну машинку, но я ее пока не вижу. Так вот сюда на пятнашках приехать. Так, в общем, вот здесь вот такие типы. Сейчас будем поближе смотреть. Нормально, ход. Сразу видно большие дядьки, взрослые. Это вам не просто детская песочница. Дай сам себе.
давай. Оля, давай, лезь. Капот, я. Яма называется. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Больше 12 вариантов выехать. Еще и спуститься надо. Умудриться. Я думал, может есть хоть один какой-нибудь подъемчик для меня, но нет. Вообще не вариант. Колея слишком глубокая везде. Ты же на меня не поедешь. Хорошо, я обувь взял с собой. Еще раз посмотрите, сколько людей. Вагона. Сейчас вот в интернетах идет
чуть тиражируется с оранжевым или красным геликом, который просто убивает его, не может. Вот сюда его надо пригнать. Еще было. Выпендривался. Все.
вытягивать. А эту вторую попытку. Давай. Газуй. Закидал грязи. Здесь он застрял. Застревушка сделал.
подъема, на который они хотят подняться. Это неописуемо. Давай вот сюда, но сюда точно не поднимется. Колья слишком глубокая. Еще один спускается. Короче, тут уже много кто хочет подняться. Нива воды вышли. Там прямо что-то творится. Ты можешь. Так, а ты можешь? Ой, хрустит что-то. Что-то у него не может завестись, спускался за год.
большая база длинная. Зря сюда приехал. Не, почему? Попробовать просто. Он же большой прям. Не для таких целей. Ну да, ну. Хочется. Ну, я пляжа для спускал. Песка. Ну, колеса мощные. И воняет хорошо. Запах какой-то из задней. Происходит. Чё
что-то он не хочет. Давай вперед. Легкий подъем. Разбортировался.
на последнем подъеме ударил, кажется, я походу что-то там порвал. Садиться на GoPro. Последние кадры снимаю. Сейчас может сверху сниму какие-нибудь кадры. Заряжаюсь вообще сейчас от пульта дрона скива. Ну она так чисто подмагнуть максимум. Зарядить. Просто она уже холодная и не разряжается. А он перевернется так. Но он слишком жирный, чтобы перевернуться. Но это было бы фиаско. Вот еще один фиаско, который на лысой резине приехал. Короче, этот на лысой резине что-то пытается сделать, в паке GTA назад. Этот на грузовике приехал, F-150. Белый порвался. Вот эта вот нивка стоит, у него со стартом проблема. С бордовой не знаю что, гелик без блокировок и на лысой резине. Все остальные уже не рискуют и не хотят. Здесь есть претенденты, но... Но нет. Давай, газуй. В общем, вот такое мероприятие. Сейчас еще кадры сверху сделаем. И на этом наш выпуск завершается.